В Аше сорваны публичные слушания по строительству железной дороги для перевозки марганца. В зале было много посторонних, и во время обсуждения проекта произошел конфликт. Едва не дошло до драки. В итоге обсуждение проекта было решено отложить на неопределенный срок. Конфликт начался после того, как стало известно, что на мероприятие привезли студентов из Уфы. Хотя по закону в таком обсуждении могут участвовать только местные жители. Горожане решили, что предприятие, которое строит дорогу для своих нужд, хочет изменить результаты слушаний. Для этого и привлекло своих людей. Ашинцы начали возмущаться. Их поддержал депутат ЗАГС Собрания, приехавший на слушание. Я, житель города Савки, получил бюллетень для голосования, хотя не имел на это никакого права. Передо мной получали бюллетени люди, которые вообще были без документов. Поэтому я считаю, что нужно пригласить прокуратуру, значит, составить акты здесь и, значит, отменить эти публичные слушания. В конфликт вмешался местный глава. Он отложил слушание на неопределенный срок. Напомню, жители Аши выступают против строительства железной дороги. Она нужна для подвоза к местному заводу марганца с рудника в Башкирии. Горожане боятся отравления солями марганца и загрязнения окружающей среды. Ранее жители уже жаловались на то, что башкирское предприятие складирует руду неподалеку от жилых домов в ашинском поселке Кропачево. Там марганец ждал дальнейшей перевозки. Тогда прокуратура признала складирование руды незаконным.